Девчонки, я, короче, на корпоративе. Вот организаторы нашего для нас устроили. Классно. Я платье себе купила, я потом вам покажу. Блин, каблуки неудобно вообще. Разумейся, и давайте начнем, друзья. Давайте поаплодируем. Поаплодируем, друзья, за сантиметр. Пришли в аквапарк с детками. Я одна с детьми, поэтому не знаю, получится поснимать. Мам, нет. А куда идти нам? Стой! Стой, стой, Ариша, сейчас. Вот тут вот игровая детская, тут можно покушать, там очень много столиков дальше. Кафешка одна работает. Я сейчас покажу, что мы заказали. Вот, купались мы только вот здесь еще. Потом такая есть по кругу такая, типа речка. Мы по ней плыли. И там еще, где детские горки маленькие. А на вот эти большие нас не пустят, потому что дети маленькие, нельзя. Я, к сожалению, показывать не могу, как детки там купаются, потому что телефон намокнет, я его в раздевалке оставляю. Поэтому, ну, не все покажу, извините, хочется отдохнуть, честно, и не отвлекаться на телефон. Поэтому вот все, что показала, ну, может быть, еще что-нибудь сниму такое незначительное, и все. Короче, от торта не осталось вот этих. Я вам фотку вставлю. Сейчас мы его будем разрезать. Дети уже в ожидании. Ты мое счастье, ты мое солнце, ты мое тук-тук. Что... Хочу показать, что принесли, подарили на день рождения. Вот такую куртку, вообще такая прям нежная куртка, классная, мне так понравилась, она удлиненная, Ариша прям хорошо в ней, очень хорошая такая курточка, внутри что-то вот какой-то мягкий материал, я вам уже говорила, девчонки, я в материалах не разбираюсь, так, ну вещи я тоже, я вещи сама просила, чтобы они купили, потому что у нее уже все такое старенькое, вот кофточка такая, тепленькая, красивая. Потом футболочки свеженькие, такой фламинго, девочка с пайетками, хорошее качество, очень-очень мне понравились футболочки. Так, дальше вот такие костюмчики, как она называется, толстовка, такого горчичного цвета. Теплая, штаны, еще были одни штанишки, но они были маловаты, поэтому... Они забрали, поменяют. Такие штаны тоже теплые, хорошие. Хочу, чтобы просто на весну тоже хватило. И попросила побольше. Так, вот такой костюмчик. Тоже обалденный, классный, такой мягенький, светленький, хороший костюмчик. И вот такую книгу, сказки. Вот. Толстая книга, хорошие. Такие, этот, еще свекровь торт испекла. Забыла, черепаха называется. Ну, она у меня вкусная, вообще обалденные торты печет. Я вот, вот то, что купили, вот этот Whoopie Pie, вообще такая фигня, вообще не понравилась мне.
Лучше буду, пускай свекровь всегда делает нам торты. А мы с мужем подарили вот ей поход в аквапарк. Пришли туда, а там оказалось, что именинникам бесплатно. То есть билет ей был бесплатный, я за себя заплатила только. Витя был на работе, как всегда. Он сейчас вообще без выходных работает. И что, вот мы подарили. Потом сейчас роллы я заказала. Шары вот эти вот, 6... Ну, вот композиция 6 лет. И как она, пони, или как это называется, лошадка эта розовая. И все. В принципе, вот сейчас покажу, что мама подарила, и вот такой праздник. Мы решили с мужем подарить дочери эмоции, и дети были в восторге вообще, просто в восторге. Словами не описать. На Вове на день рождения, наверное, тоже пойдем. Я стол не накрывала, я думала, лучше я чем потрачусь на стол, я лучше отведу их в аквапарк, там пиццу мы поели, повеселились, мы там были ровно 5 часов. Я еле уговорила их домой поехать. Так, сейчас покажу, что еще мама подарила. Ну и мама, вот, пожалуйста, как всегда, она каждый год ей старается дарить золото. Там у нее уже и брошка, и колечки, и сережки есть. Каждый год, короче, одно и то. Ну, в смысле, золото. И вот такой браслетик. Он, правда, большеватый, можно будет две позиции убрать. Это ей к 18-летию, наверное, у нее уже там столько золота соберется. Ну, пока у мамы есть возможность, она дарит. Потом не будет возможности, а у дочери уже золото будет свое. Ну, у нее все уже есть. Часы только осталось подарить. Вот такой браслетик, две можно убрать и сережки сделать, я не знаю, или еще что-нибудь. Такой будет браслетик. Вот он мне тоже очень большой. Надо точно две позиции убрать. Очень красивый. Блин, камера не передает. Вообще у меня идиотский телефон. Ну, как вот в жизни вообще очень красиво.